Приветствую вас, дорогие друзья. И вот давно я не трогал муравьев, не трогал я их практически месяц, только менял воду. И давайте посмотрим, что же у нас тут выросло. Целый месяц я к ним не совался. Даже самому интересно, что же у меня тут происходит. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Появились довольно-таки крупные муравьи, не знаю, солдаты или это или нет, может, вы меня поправите, но давайте посмотрим за их жизнью, как они сейчас здесь живут. Сложно уже сосчитать, сколько их. Вот их на арене бегает, так, на арене их бегает, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, где-то штук 15, наверное, бегает на арене. Вот аренка. Вот сколько их бегает на арене. А вот они в инкубаторе. Давайте посмотрим, понаблюдаем за ними.